Привет, ребят, с вами Нес, мы продолжаем проходить Watch Dogs, и я заметил, что, как мне кажется, по ощущению, как я играю, серии выходят долгие, но на самом деле они выходят по 20 минут, и я бы хотел чуть-чуть подольше сделать серии, поэтому сегодня я прям засек время, сейчас, и вот, давайте, серия будет минут так на 30, думаю. Открой свой мир, часть первая. Хулигана я знаю давно, и он всегда скрывал свою личность. Он же из Датсек. А теперь встреча. Это неожиданно. Посмотрим, что он задумал. Меня не проведет. Окей. Встретись с хулиганом. Это, наверное, тот бородатый мужик, да? Хулиган? Что? 17. Мужик, ты чё? А, это вообще тёлка. Клара. Клара. Вот оно чё. А кто тогда бородатый мужик? 17, значит. А хулиган тебя не смущает? Меня все смущают. Испугался, что ли? А должен был испугаться? Не будь параноик. Да ладно. Кто-то влез в мою жизнь. Угрожает моей семье и вдруг со мной хочет встретиться некий хулиган. И он, это она. Всюду ложь. Слушай, я могу тебе доверять, Клара? Доверять, может, и нет. Вот послушать стоит. СМС, что ты мне послал. Я знаю, где его найти. Я кое-что заметил, что музыка намного громче, чем сами звуки. Так что давайте-ка громкость музыки сделаем потише, а то так нифига не слышно. И для этого нужно было встретиться лично? Да. Именно для этого. Ты же хотел хакнуть для ЦК? Да ты шутишь. Будь поласковее. Я открою тебе целый мир. Но женщины любят кормить вещами. Тут все их грязные делишки. А у меня к ним доступ. Радины, да? В этом сила. Только не дури. Из-за твоих фокусов люди страдают или гибнут. Ты не доверяешь мне? Дай мне причину доверять. Ладно. Отправитель, как его найти? Работаем вместе. Глянь, что я тебе послала. А я отслежу сигнал. Похоже на цитру из этого. Вот уж удивило. Из Far Cry. Внешностью немножко. Ну ты такой, как я и думала, Эйден. Вот оно чё. Хулиган, не хулиган. Новые навыки разблокированы, отлично. Взлом, у меня... Нифига, у меня много этого. Блин, сейчас мне будет тяжело выбрать, что же все-таки. Можно вот эту вот штуку, которая... Возможно... Вот это я по-любому хочу. Blackout, типа весь город. А это что? Ну-ка. Мгновенное восстановление концентрации. Не надо... Самодельное взрывное устройство. Взломайте, чтобы взорвать. О, это круто. Вот это хочу. Теперь взлом. Со стрельбой я даже не знаю. Мне как-то даже неохота. Ну, давайте, ладно. Один на стрельбу. Хотя нет, ну-ка, что тут еще есть? Паровые трубы. Отключение вертолета не очень. Дорожные шипы не очень.
Трансформаторы. Вот это уже круто, но... Слишком как-то много. Дополнительную батарейку не надо. Помехи в эфире. Вот это давайте все-таки. Трансформаторы. Или... Паровые трубы или трансформаторы, надо будет подумать. Хотя вот тут еще, блин, много так всего. Увеличивает скорость смены оружия. А где... А я концентрацию-то купил уже или нет? Я что-то не помню. А, я концентрацию не купил. Вот я дурак. Это типа как slow motion. Вот она, концентрация. Да? Интересно, это хулиган или Клара? Упростим задачу. Валя, надо найти звонившего. А он хитрый. Его сигнал ведет в офисное здание. Клиент, менеджер, начальство. Все как обычно. Офисы, значит. Без доступа к системе никак. Не будет его, не будет чувачка. Нужно понять, как пробраться в здание. Этаж приема доставок? Это у нас самый нижний. Там тоннель. Самое то. Это ты прости, что был груб. Я знаю, что ты делал. Запугать меня хотел. Предсказуемо. Вторгся в личное пространство, потом взгляд, физический контакт. Искал слабые места. Ну и как, нашел? Так я тебе и сказал. Так, окей. Пока вроде ничего так получается. Камера, ну-ка глянем, что там есть. Взорвать? Зачем я его взорву? Блин, это не то совсем. Окей, кажется, меня сейчас начнут искать. Как-то по стелсу у меня не получается проходить. Потому что это немножко коряво как-то. Давай. Так, один есть. Возьмем пистолет. Оба заметили. Блин, а. Так, тихо, гранату. А, да блин, куда я ее бросил-то? Блэкаут. Нельзя еще сделать. Давайте возьмем все-таки это. Так. Ух ты, охренеть. Бежим, 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 бежим. Еще можно гранату сделать? Давай-ка сделаем и бросим. Где он там? А, он под машиной. Машина взорвется. О, отлично. Еще одного устранили. Блин, вылези, вылези, дебил, вылези. Я хотел за эту спрятаться. Мудак, а. Ладно, с первого раза ни одна миссия у меня не проходится. Не знаю, почему так вот получается. Так, давайте попробуем чуть-чуть поумнее сделать. Включаем сигнализацию. Он отвлекается. Мы проходим здесь. Здесь на нас уже смотрят. Окей. Когда он отвернется... Вот надо сначала этого вырубить, я так понял. Этот мне прям мешает... Отлично, минус один. О, сейчас я его попробую. Нельзя? Блин, у меня нету, что ли? Фак. Давайте гранату сделаем на всякий случай, чтобы потом... Чтобы потом не маяться. Бум-бум. Так, значит, можно сделать, чтобы она... Странные дела. Затребезжала. Только это было не совсем то, что надо.
Окей, он теперь еще и в эту сторону повернулся. Короче, вот что сейчас сделаем. Делать мне больше нечего. А, он меня не видит, отлично. Ну-ка. Тихо-тихо. Блин, у вас тут еще больше. Фак. Расходный материал. О, отлично. Это для... Нет, не то. Блин, как же этого-то отвлечь? Он прям сюда смотрит. И этот прям сюда смотрит. Испугались, значит. Здесь вообще хоть что-то работает? Отвернулись. А это наоборот сюда смотрит. Это нехорошо. Все отвернулись сюда. Зачем я это сделал? Похоже, просто сломалось. Угу. Нет. Да блин, а? Фак. Ну фак. Ну что, перестрелять их всех просто? Да давайте перестреляем и все, а то капец. Достали уже, а? В натуре. Делаем гранату и нахер забегаем туда с этой херней. Да на тебе. Мне не жалко, если честно. Мне не жалко, да... Да и тебе на... А где граната? И вам гранату, и всем гранату ловите. Все равно не получилось. Ладно, давайте по стелсу все-таки. Тяжелая игра. Я не обещал, не говорил даже, что она будет легкой. Я, в принципе, даже надеялся, что она будет тяжелой. Блин, нет, зачем ты сразу же-то взял оружие, а? Зачем ты вообще взял оружие-то? Чётенько получилось. Этого вырубаем. Залезем, осмотримся. Он здесь, значит, это этот отвернут. Теперь этого. А, их там двое. Блин. А, черт. Так, теперь этого. В принципе, это казалось легче, чем я думал. Потому что легче. Что за черт? Блин, а сюда спрячься. Так, отлично. Тихо. Вроде нормально. На этого никто вроде не смотрит. Отлично. Ай, что я сделал? Обнаружена уязвимость. Нет, что мне сделать-то надо? А, вон ушел. Ай-яй. Ищите и будьте осторожны. Ты тут один, мудак. Ну и чё? Чтобы найти и взломать щитки КТОС. Допустим, я не нашел эти щитки. Может, они у тебя есть? О, деньги. И чё, ну? А,
Нашел, окей. Так. Никого нет. Что там впереди? Судя по планам, там просторная галерея. И охрана, конечно. Кстати, эксплойты, что я тебе скинула. Отвлечешь охрану. С телефона запросто хакнешь любой девайс. Прямо любой? Ну да. Их мобильники, взрывчатку, рации. В общем, любую хреновину на цифре. Ясно. Понял. Просканируй офис. Найди комп, который можно хакнуть. Да сейчас! Нашла. Брэдли Кофлин. Ай, блин. Не-не-не, как-то все не очень получилось. Я отвлекся на их переписку. Я даже не знал, что такое может быть в этой игре. Так. А тут я даже не смотрел, что есть. Опа, отлично. Электронные компоненты нашли. Можно, знаете, что сделать? Можно сделать блэкаут. Используем его как-нибудь попозже. И вот это вот используем. А, это, блин, был не блэкаут. А сколько на блэкаут надо? На блэкаут еще кое-что надо. Понятно. Допустим, я не хочу тебя взрывать. Так, что-то тут не так. Черт возьми, работа моя. Теперь мое место для парковки прямо в лаборатории Блю. Похоже, на парковке, безумные ученые. Я-то не псих, а там кто знает, с чем придется работать. Тут же не угадать. На втором этаже, надеюсь, никого нету со снайперской винтовкой какой-нибудь. Почему тут все можно взорвать, а? Окей. Началась перестрелка. С крыши! Мудак. Да блин, а как все тяжело-то. Да, короче, нахер этот стелс. Буду проходить как могу. Я опять ничего не подобрал. На втором этаже, значит, раз, чувак. Ох ты, я могу смотреть за ним. А у этого есть скрытая камера? Окей, тут один стоит мужик. И тут один стоит, везде стоят в натуре. First kill. Вон он. Что с ним делать-то, я даже не знаю. Блин. Камеру хочу. Ой, я теперь знаю код доступа какой-то. Вроде засёк. Опять какая-то ерунда.
Угу. А он все там стоит и стоит. Вот в натуре здание. Убьют тебя, это никто даже не заметит. Тут никого. Никого. Еще там гляну. Тут все чисто. Проверю там. Окей, блин. Блин, блин, блин. Уходят, значит. Отлично. Ой, кто-то совсем рядом. И осторожно за ними. Быть наготове. Осторожно за ними. За ним, сразу же за ним. Не, обнаружил. Все? Фух, кажется, почти. Кажется, почти все. Он один. Нифига, у меня уже 6000, я даже не заметил, что так много. Угу. Угу. Так. Угу. 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 Оба. Чёрт! Мудак! Мудак! Я почти всё сделал! Тупой, ты тоже педик. Сюда иди. Блин, я пробегу назад, возьму там опять. Не взял, ни хера не взял. Из-за каких-то там мудаков, которые постоянно меня находят, а? Натуре. Даже с девайсами этими всякими я ничего не могу сделать. Но мы узнали, что если мы убьем того... Взломали. Узнали, что если убьем того, то нам ничего не сделают. Поэтому... Все, меня обнаружили. Да, ты издеваешься, что ли? Да хер вам. Я пробегу вас просто, да и все. А вот хер тебе. Думался, будет так легко? Думался, будет так легко? А этот мудак сейчас как прибежит, такой прибежит, а я его жду. И нихера у тебя не выйдет, понял, да? Ну все, на... Наконец-то, в натуре, это надо просто пробегать все и не заморачиваться так. Ох, ух.
Наконец-то, блин. Блин, опять. Ну. Зачем разработчики игр вообще еще делают такие вещи? Это же неинтересно абсолютно. Так. 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 Все, нахер, взламываем его сраный ноутбук. Говорю же, никакой не баннер. Вообще все закрыто. И здоровье. Блин, сеть сломали. Дерьмо, закрыть все входы. Найти, суку. Короче, ты в сети. Отследи звонок. Почти удалось. Калис. Компов вызвали. Их с этой сканеры мне никак не отключить. Тебе пора валить. Я уже ухожу, не боюсь. Все было довольно легко из-за того, что я. Тихо, у меня же есть эта штука. О, фак. Сделали, теперь валим, валим. Черт. Фак. Я даже на дорогу, если честно, не смотрю, смотрю только на радар. Фух, выполнили, ну наконец-то. Извини. Извини, мужик, пожалуйста. Скользните от полиции, чё. Вам удалось скрыться, отлично. Ах. О, очко. На... О, даже три. Так, ну чё, давайте решим. Дружно решим, чё. Я все же думаю, вождение, чё это такое? Автоматически отключать сигнализацию и открыть дверь машины. Не-не-не, это как-то слишком тупо. Стрельба увеличивает скорость смены оружия. Это что? Продолжительность концентрации. Не-не-не, сейчас я прям хочу вкачиваться в эти. Во всякие навыки. Взломайте противника, чтобы оглушить его, создавая помехи в эфире. Это 2 стоит, а это. Это. В принципе, этот стоит 3. Давайте вот это я хочу прям. Или трубы. Не, лучше ну трубы. Что, где звонивший? Я заколебался бегать. Да, есть. Сигнал из квартиры в районе Луп. Все понял. Будь осторожен. Все эти пляшки с сигналом тебя заманивают в ловушку. Это мы еще поставим. На нас напали. Сетевой контракт. Он прямо сейчас меня выламывает. Ах ты олень. А если я просто возьму и найду тебя? Это ты? Не ты. Окей, а ведь тот где-то рядом. Может, это ты все-таки? Да, убери телефон, пожалуйста, слышь. Не вижу, где он. Стрельба, спасите! Не хакер. Ага. Блин, не... Не хакер, а кто хакер-то, а? Вот он! Получилось.
Hitman PR. Очко навыка опять. Ну а на одно с ним ничего не сделаешь. Ну ладно, на этом, наверное, можно и закончить. С вами был Нес. Серия вышла, походу, как раз на 30 минут. Это мы еще посмотрим. И поэтому давайте уже закончим. Всем пока!